Я играю в эту пиццерию, я захожу через вход, вижу два человека, пора стать кассиром, в окне приехал еще один человек, что тебе надо, пиццы или спрайта, я смогу сменить мод на сложно, но не хочу, я перехожу в следующую дверь и стаю поваром, это пекарня, здесь можно на спрайте подорваться. Бах! Я нашел бак, я могу через конвейер перелезть без двери, о, круто, ахаха, я перелез, опа, можно купить подарки, покупаю. Я сейчас уволю менеджера. Я поехал отсносить пиццы, я поехал работать фасовщиком, я поехал домой отдохну. Все, я поспал, пора играть на жестком моде спидрон. Давайте я вам это покажу. Всем привет. Все, я прошел на харде, всем пока.